Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем спортивно-игровом канале RusFPS, и сегодня у нас будет прогноз матча Лиги Наций, центрального матча сегодняшнего игрового дня, так скажем. Это у нас Португалия против Хорватии. Я знаю, что выбрал Словению, но Словения — это граничащая с Хорватией страна, можете загуглить. Вот, ребят, в принципе, все, я там уже нарезал, все сделал. Вот, от вас только просмотр до конца, лайк, подписка, колокольчик. В общем, что еще можно сказать? Сейчас ждем 5 секунд, можете пока состав чекнуть. Ну и в принципе, поехали. Andy Townsend. Clive, we've got a full house in this stadium today. Fingers crossed we're going to get an exciting match. Don't be fooled by the term friendly match. These two teams are packed full of born competitors. It's a game that will have plenty of spice and egg together back there. Now, is that handball? Referee says yes. Well, we've seen him score from this sort of distance before. If he gets this right, this could well end up in the back of the net. Well, now they mustn't sit back, Clive. They've shown they can score goals. They must continue to... Spreading the play nicely. He's come up with a searching cross. Like that. Passing it well here. Good ball again. Can he deliver? Got to that well, Kovic. Pass was a bit too obvious. Very nearly the perfect. This is Cristiano Ronaldo. Didn't stretch the keep. And at the halfway stage, the score is 1-0. Sorry, Clive, I nodded off there for a minute in the last 10 minutes. Cristiano Ronaldo. Robertinho. It's just wide! Well done. Crossing chance. Saved it! That's a good interception. Delivers it in. Whichever way you look at it, that's fine defending. Oh, he's there! Steps his head over that ball. Так, ребят, спасибо за просмотр. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, я знаю, вы, возможно, слышите шум сзади, но, скорее всего, нет. Может быть, слышите. Сейчас я вам кое-что интересное покажу, если вы досмотрели до конца.
Так, ребят, в общем, смотрите, сейчас футбольчик начнется в 22:45 по моему, сейчас у меня 21:08. Я думаю, вы заметили, где я нахожусь. По крайней мере, не дома. Ну, город не буду говорить какой, но то, что это пятый этаж, и вы понимаете, что это как бы общежитие. В общем, я буду стараться делать видосы. Вот. Даже, возможно, недостаток времени будет меня сподвигать, так сказать, делать еще больше видео. Но, возможно, они будут без, ну, малоголосового оформления. Вот. Все, в принципе, всем пока. В общем, может быть, скоро сделаю рум-тур или что-то такое. Вот. А пока что у меня воскресенье, я буду чилить завтра. В общем, всем пока. А, ну и, в принципе, завтра сборная России играет и Украина, поэтому ждите, ну, возможно, один минимум, но два видоса. Ну, в общем, посмотрим. Всем пока.